Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Итоговое повторение задания номер 11, пункт А. При каких значениях B и C точка M с координатами 2, минус 8 является вершиной параболы y равно 2x в квадрате плюс bx плюс c. То есть нам нужно определить второй и третий коэффициенты данной параболы. Воспользуемся формулой, по которой вычисляются координаты вершины параболы. Ну, если вот точка m с такими координатами – это вершина параболы, то значит x нулевое равно 2, а y нулевое равно минус 8. В свою очередь, x нулевое вычисляется по формуле минус b делить на 2a. Тогда 2 равно минус b, это просто b, а это у нас двоечка, значит, разделить на 4. Отсюда b равно минус 8. Ну а теперь мы можем определить коэффициент c, если воспользуемся y нулевое равно минус 8. Подставим в уравнение параболы минус 8 равно 2 умножить на 2 в квадрате плюс b это минус 8 умножить на 2 плюс c. Отсюда c будет равно. Так, ну вот в правой части у нас получается 8. И минус 16, минус 8 получается. Минус 8 переносим в левую часть, получаем плюс 8, минус 8, c равно 0. Вот такие значения параметров. Пункт b. При каких значениях b и c точка n с координатами минус 4, 3 является вершиной параболы y равно минус 3x в квадрате плюс bx плюс c. Итак, точка n – это вершина параболы, следовательно, x нулевое равно минус 4, а y нулевое равно плюс 3. Тогда получаем по формуле x нулевое – это минус 4 равно минус b делить на 2a, а у нас минус 3, значит, на минус 6. Так, что ж получаем? b тогда будет равно, b будет равно минус 4 умножить на 6, минус 24. Теперь подставим полученные значения в уравнение параболы. Y это 3 равно минус 3 умножить на x в квадрате. X нулевое в квадрате минус 16 в квадрате это плюс 16, минус 4 в квадрате. Так, b это отрицательное, значит минус 24 умножить на x минус 4 плюс c. Отсюда c будет равно. Так, ну в правой части у нас получается минус 48 и плюс 96. Значит, получается плюс 96, плюс 48. Плюс 48 перенесем влево. Получим минус 48 плюс 3, получим минус 45. Вот такое решение у нас получилось. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.